До Нового года осталось 47 дней. Все новости о приближающемся празднике можно узнать на новогоднем портале «Чеп Мороз». На сайте размещена подробная информация о том, как столица будет встречать Новый год. В предпраздничные дни в Чебоксарах пройдет много интересных событий. Выставки, концерты, конкурсы, благотворительные акции, мастер-классы и утренники. Кроме того, зима не исключает активного отдыха. В городе будет работать несколько открытых площадок. Главный тренд Нового года 2018 – зимняя счастье. В Чебоксарах. Основные новогодние мероприятия развернутся на Красной площади, Московской набережной, в этнокомплексе «Амазония» и в городских парках.